5 апреля участники Координационного совета по здравоохранению Сибири и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» посетили центры реабилитации медорганизации Читы. В частности, состоялся визит в отделение лечебной физкультуры Забайкальского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Отделение лечебной физкультуры было открыто в 2017 году, с начала 2017 года. Ремонтные работы мы закончили в 2016 году. И у нас, конечно же, есть определенная своя специфика. В большей степени мы работаем в отношении пожилых людей, которые получают у нас лечение в нашем учреждении. И, наверное, вы знаете, что в 2017 году мы открыли центр гериатрии, занимаемся и развиваем гериатрию на базе нашего учреждения. Безусловно, 80% посетителей, пациентов нашего отделения лечебной физкультуры – это, конечно, пожилые люди. Но мы работаем вообще, в принципе, для всех категорий. Три зала лечебной физкультуры работают на базе госпиталя ветеранов войн. Зал суставной гимнастики, зал кардиореабилитации и зал, где располагаются многофункциональные тренажеры, изготовленные по методу Бубновского. Каждому пациенту назначается индивидуальная программа, в среднем 14 занятий, курс повторяется через полгода. Оксана Немакина отметила, что очень часто пациенты госпиталя, которые получали лечение в стационаре, с удовольствием возвращаются уже на реабилитацию. Сюда попала по направлению поликлиники заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Во втором году я перенесла инфаркт, обширный инфаркт. Поэтому я вот сюда по направлению поликлиники попала. Ну, персонал вообще молодцы, умники, умницы здесь работают. Очень внимательные, отзывчивые и профессиональные. Павел Хромов восстанавливает в отделении поясничный отдел. В госпитале он в первый раз. В лечебном зале занимается на различных тренажерах. Сам процесс доставляет ему положительные эмоции. Я повторю. Через 3 месяца повторю. Очень хорошо. Татьяна Салихова, Наталья Протаковская, Николай Шунков. ЗапТВ.